картины акварелью, гуашью, пастелью и коллажи. Художественные работы в разных техниках юные и взрослые авторы представили в Одинцовской библиотеке номер один. Здесь прошла выставка «Цветные истории». Есть работы, которые выполнены в коллаже, вот с этой стороны, потом можно будет посмотреть работу. Там она сложная такая коллажная техника, когда мы используем и бумагу, и различные краски. Ну, такая многообразная, поэтому у нас «Цветные истории». И эта работа такая итоговая по прошлому году. Все работы, которые у нас выполнены, они выполнены были в течение этого года. В каждой работе творческий подход, так считают участники выставки. А еще помимо картин, гостей мероприятия порадовали выступления учеников Одинцовской детской музыкальной школы. Все участники являются лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. Выставка «Цветные истории» стала еще одним этапом для ребят. Юные таланты собираются продолжить свою творческую деятельность, чтобы дальше развиваться в изобразительном искусстве. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».